Сегодня мы рассматриваем статью Джонатана Шафера, которая называется «Пространство-время как единственная субстанция». Эта статья посвящена вопросу об отношении между материальными объектами и областями пространства-времени. Шафер занимает позицию, в соответствии с которой области пространства-времени являются одним из видов субстанции. Субстанция причем определяется как фундаментальная сущность, то есть как базовая, элементарная и нередуцируемая ни к чему другому сущность, которая не зависит и не является производной от чего-либо еще и не фундируется чем-либо еще. Такой взгляд на природу пространства-времени называется субстантивализмом, ну и, соответственно, Шафер придерживается субстантивализма. Согласно субстантивализму, фундаментальные области пространства-времени не являются производными от отношений расстояния, например, между материальными объектами, как утверждают противники субстантивализма эрлиционисты, и также пространство времени не зависит ни от каких более фундаментальных сущностей, как утверждают представители других форм антисубстантивализма. Шафер дает в этой статье несколько пояснений относительно сути субстантивализма. Во-первых, Шафер отмечает, что субстантивализм сам по себе ничего не говорит о материальных объектах. Он лишь утверждает, что области пространства-времени являются одним из видов субстанции, но не говорит при этом, являются ли материальные объекты другим, вторым видом субстанции. Во-вторых, субстантивализм ничего не говорит о структуре пространства-времени. Он ничего не говорит о точках, многообразиях и метриках. В-третьих, субстантивализм ничего не говорит о том, чем именно являются фундаментальные области пространства-времени. Являются ли они непротяженными точками, являются ли они областями среднего размера, или же они являются всем пространственно-временным многообразием в целом. То есть субстантивализм нейтрален относительно вопроса о том, является ли пространство-время в целом единой субстанцией или же совокупностью множества независимых субстанций. И, наконец, в-четвертых, субстантивализм является общепризнанной точкой зрения среди философов физики, поскольку субстантивализм говорит в пользу структур, определяющих абсолютное движение, а также говорит в пользу полей и обосновывает, например, различие правого и левого, когда не выполняется закон пространственной четности. В общем, очень полезный для философов физики взгляд. С точки зрения Шафера, субстантивализм является истинной концепцией, однако предметом рассмотрения Шафера в рамках его статьи является не сам субстантивализм, а только один из вопросов, возникающих для субстантивализма. А именно, если пространство-время — это один из видов субстанции, то следует ли рассматривать материальные объекты как второй отдельный вид субстанции? Вот. Ну, то есть данный вопрос не является внутренним для субстантивализма, но может быть задан после того, как мы приняли позицию субстантивализма. Соответственно, в зависимости от того, какой ответ может быть дан на этот вопрос, возможно, несколько позиций. Так, например, положительно на этот вопрос отвечают сторонники дуалистического субстантивализма. Согласно дуалистам, пространство-время понимается как вместилище, а материальные объекты как содержимое, то, что содержится в вместилище. Кроме того, согласно дуалистам, существует также некоторое фундаментальное отношение вмещения, которое, собственно, связывает вместилище и содержимое. И когда Бог творит мир, он должен сотворить, во-первых, вместилище, затем наполнить это вместилище каким-то материалом, и затем уже только Бог может прикреплять фундаментальные свойства к материальному субстрату, который наполняет вместилище. Отрицательно на вышепоставленный вопрос отвечают сторонники монистического субстантивализма. Согласно монистам, пространство-время является само по себе достаточной субстанцией. То есть нет никакой необходимости в дуализме вместилища и содержимого. И, соответственно, нет никакой необходимости вводить какое-то фундаментальное отношение вмещения. То есть, когда Бог творит мир, ему нужно создать только непосредственно пространство-время. Затем Бог прикрепляет
фундаментальные свойства непосредственно к пространству времени. Шафер отмечает, что дуалистический субстантивализм является гораздо более естественной и популярной позицией среди философов. Данная позиция восходит еще к философии Платона, и дуалистическая онтология на сегодня является мейнстримной. Что касается монистического субстантивализма, то он, напротив, является ревизионным и непопулярным взглядом, хотя у него есть достаточное число сторонников, как в истории философии, например, Декарт, Спиноза, Александр, так и среди более-менее современных фигур в философии. Например, монистами являются Квайн, Филд, Льюис, Сайдер, Скоу. Значит, ну и понятно, Шафер придерживается позиции, одной из позиций монистического субстантивализма. Какой именно? Монистический субстантивализм можно, в свою очередь, тоже разделить по трем независимым основаниям. Шафер перечисляет эти основания. Первым основанием является вопрос о статусе материальных объектов. И здесь возможно несколько позиций. Значит, сам Шафер защищает так называемую позицию тождества, в соответствии с которой материальные объекты отождествляются с областями пространства времени. Однако монист не обязательно должен придерживаться позиции тождества. Монист может придерживаться одной из альтернативных позиций, например, позиции элиминативизма. А в соответствии с элиминативизмом существование материальных объектов в принципе отрицается. Или монист может придерживаться позиции конституирования. В соответствии с позицией конституирования признается существование материальных объектов, и материальные объекты при этом не отождествляются с областями пространства времени, а считаются производными от областей пространства времени или считаются конституированными областями пространства времени. Позицию конституирования можно понимать как отождествление областей пространства времени с материей. Иными словами, материальные объекты рассматриваются в рамках такой позиции как состоящие из материи, но не тождественные ей. Вторым основанием, в соответствии с которым можно разделить различные виды монизма, является вопрос об ограничениях, налагаемых или не налагаемых на фундаментальные свойства. Например, монист может признать фундаментальным любое свойство, а может, наоборот, ограничить фундаментальные свойства, например, только внутренними свойствами или только, например, геометрическими свойствами. Сам Шафер предпочитает ограничивать фундаментальные свойства внутренними свойствами. И третьим основанием, по которому можно разделить виды монизма, это вопрос об ограничениях, которые налагаются на сами области пространства времени, отождествляемые с материальными объектами. Например, монист может отождествить с материальным объектом любую область пространства времени или, например, только каждую максимально связанную область пространства времени. Или, например, только каждую область пространства времени с ненулевой массой энергии. Сам Шафер предпочитает вообще не налагать никаких ограничений на области пространства времени. Ну и, соответственно, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что Шафер считает, что области пространства времени являются одним из видов субстанции. Относительно вопроса о том, являются ли материальные объекты вторым видом субстанции, Шафер отстаивает монистическую точку зрения, а именно позицию тождества, в соответствии с которой каждая область пространства времени отождествляется с материальным объектом. Фундаментальные свойства с его точки зрения – это внутренние свойства, и на области пространства времени не налагается никаких ограничений. Далее Шафер рассматривает несколько следствий принятия позиции тождества. А именно три основных следствия. Значит, первым следствием является необходимость принять четырехмерную концепцию существования материальных объектов. Основной предпосылкой для этого следствия является тот факт, что пространственно-временные области существуют четырехмерным образом. Пространственно-временные области
скажем так, пердурируют. Ну, то есть в английском варианте этот термин звучит как пердюр. Значит, это значит, что в каждом отдельном моменте времени представлена только одна темпоральная часть пространственно-временной области. То есть пространственно-временные области протяжены во времени точно так же, как они протяжены в пространстве. Соответственно, если мы принимаем позицию тождества относительно материальных объектов и областей пространства-времени, то четырехмерная концепция существования материальных объектов следует автоматически. Второе следствие, которое необходимо принять при принятии позиции тождества, это принятие принципа неограниченной композиции и декомпозиции для материальных объектов. Это, опять же, непосредственно следует из того факта, что принцип неограниченной композиции и декомпозиции работает для областей пространства-времени. Действительно, для любого множества областей пространства-времени, включая произвольные и прерывные или не связанные области, существует всегда область, которая объединяет эти области. И точно так же для любой протяженной области пространства-времени существуют подобласти, на которые ее можно разделить. И, соответственно, если мы отождествляем области пространства-времени и материальные объекты, то принцип неограниченной композиции и декомпозиции для материальных объектов тоже следует автоматически. Наконец, третьим следствием является монизм приоритета, в смысле холистического тезиса о том, что целое обладает онтологическим приоритетом по отношению к своим частям. Данная вещь непосредственно следует из того, что пространственно-временное многообразие в качестве целого предшествует любой из собственных подобластей. Здесь развивается в отношении этого следствия небольшая дискуссия в пользу принятия вот этого третьего следствия, в пользу принятия монизма приоритета, существует два аргумента. Во-первых, Шафер отмечает, что топологические понятия и геометрические понятия, например, такие как понятие несвязанности, это топологическое понятие, и понятие расстояния, геометрическое понятие, содержат в себе неявную ссылку на все многообразие как целое. Ну, например, структура многообразия является частично топологической структурой, а топологические структуры всегда глобальны. Если мы, например, рассмотрим двумерную евклидову плоскость и еще рассмотрим поверхность бесконечного цилиндра, то мы обнаружим, что они локально неразличимы, поскольку каждая состоит из несчетного множества локально евклидовых точек. Однако мы также обнаружим, что они различаются топологически. Например, плоскость, в отличие от цилиндра, является односвязной, то есть в ней любой сомкнутый путь можно непрерывно стянуть в точку. Отсюда следует, что быть частью пространства-времени значит обладать определенными топологическими и геометрическими свойствами, и обладание этими свойствами осуществляется в силу того, что части пространства-времени включены в целое, которое непосредственно обладает этими свойствами. То есть природа частей зависит от целого. Это что касается первого аргумента в пользу принятия третьего следствия. Вторым аргументом является следующий аргумент. Части пространства-времени различаются и индивидуируются в соответствии со своим местом или положением в рамках целого. Ну, например, если мы возьмем и поменяем местами вчера и сегодня, то вчера потеряет свою индивидуальность, перестанет быть вчера и станет сегодня. Аналогично для частей пространства-времени, которые также индивидуируются своим положением. И если две части пространства поменять местами, они одновременно изменят свою индивидуальность, то есть каждая из них станет нумерически тождественной другой. Соответственно, Шафер подытоживает, если мы отождествляем области пространства-времени и материальные объекты, то приоритет целого для материальных объектов следует автоматически. Все три вот этих рассмотренных следствия являются по-своему дискуссионными, но при этом вполне обоснованными позициями. И если мы принимаем позицию тождества, то эти следствия идут с ней в комплекте.
Шафер также отмечает, что другие версии монистического субстантивализма имеют другие следствия. Так что если какое-то из рассмотренных следствий принятия позиции тождества кажется неприемлемым, то можно выбрать другую монистическую концепцию. В принципе. Далее Шафер предлагает 7 аргументов в поддержку позиции тождества и, соответственно, против позиции дуализма. Первым аргументом является аргумент от простоты или аргумент от экономичности. Значит, смысл этого аргумента заключается в следующем. Там, где сторонник монистического субстантивализма имеет дело с одной субстанцией, дуалисту требуются 2 вида субстанции. И плюс еще к тому же отношение вмещения, чтобы связать эти 2 субстанции друг с другом. В общем-то, в чем состоит такая необходимость дуалистического удвоения субстанций? Возможно, предполагает Шафер, эта необходимость объясняется той ролью, которую должны играть материальные объекты. А главной ролью материальных объектов является роль субстрата. То есть предполагается, что материальные объекты являются тем, к чему прикрепляются свойства. Однако области пространства-времени тоже могут играть роль субстрата, поскольку они имеют и могут иметь свойства. Следовательно, области пространства-времени могут делать то же самое, что делают материальные объекты. Следовательно, отпадает всякая необходимость вводить второй тип субстанции, поскольку первого вида субстанции пространство-времени вполне себе достаточно. Пространство-время само по себе является достаточным носителем свойств. Второй аргумент в пользу позиции тождества – это аргумент от гармонии. Смысл этого аргумента заключается в следующем. Материальные объекты обладают геометрическими и мериологическими свойствами, точно так же, как и области пространства-времени. Причем геометрические и мериологические свойства материальных объектов являются идеальным отражением геометрических и мериологических свойств тех областей пространства-времени, которые эти объекты в себя вмещают. Ну, например, моя рука имеет форму руки и является частью моего тела. При этом пространственно-временная область, которая содержит мою руку, точно так же имеет форму руки и точно так же является частью пространственно-временной области, содержащей мое тело. Для дуалиста геометрическая и мериологическая гармония между материальными объектами и областями пространства-времени представляется удивительным совпадением. Действительно, что мешает, например, моей руке занимать область другой формы? Или что мешает моей руке занимать область, которая не является частью области, содержащей мое тело? С точки зрения дуализма, ну и с учетом стандартных принципов рекомбинации, это должно быть возможным. Для сторонника позиции тождества же в такой гармонии, напротив, нет ничего удивительного. Материальные объекты и есть области пространства-времени, поэтому нет никакой возможности дисгармонии. Идеальная корреляция между геометрическими и мериологическими свойствами материальных объектов и содержащих их областей пространства-времени, говорит о том, что мы с самого начала имеем дело с одним и тем же феноменом. Но здесь, опять же, разворачивается небольшая дискуссия. Дуалист может выдвинуть 2 возражения против аргумента от гармонии. Во-первых, дуалист может отрицать, что материальные объекты обладают геометрическими и мериологическими свойствами сами по себе в качестве внутренних свойств. Дуалист может утверждать, что геометрические и мериологические свойства являются внутренними только для областей пространства-времени, и что материальные объекты наследуют эти свойства от вмещающих их областей пространства-времени. В этом смысле геометрические и мериологические свойства будут для материальных объектов всего лишь внешними свойствами. Против этого возражения дуалистов Шафер выдвигает 2 контраргумента. Прежде всего, Шаферу кажется очень странным отрицать, что форма является внутренним свойством материальных объектов. Ведь материальная реальность стандартным образом определяется как реальность сущностей, основным атрибутом которых является протяженность. Кроме того, в литературе о внутренних свойствах форма
является стандартным примером внутренних свойств материальных объектов. Но основная проблема приведенного дуалистами возражения заключается в другом, а именно в том, что это возражение начинает процесс переноса материальных свойств на само пространство-время. То есть если можно прикрепить геометрические и мереологические свойства непосредственно к пространству-времени, то зачем на этом останавливаться? Почему бы не взять и не прикрепить к пространству-времени также другие материальные свойства, например, свойства массы или свойства заряда? То есть проблема заключается в выборе критерия, позволяющего рассматривать пространство-время в качестве носителя тех, а не других фундаментальных свойств. И, соответственно, у дуалиста возникает необходимость указать и обосновать такой критерий, иначе его возражение теряет силу. Значит, это что касается первого возражения дуалиста против аргумента от гармонии. Второе возражение дуалиста против аргумента от гармонии может представлять собой изобретение различных экзотических контрпримеров, которые демонстрировали бы дисгармонию между материальными объектами и вмещающими их областями пространства-времени. Например, некоторые дуалисты утверждают, что возможны такие экзотические сущности, мереологические свойства которых не соответствуют мереологическим свойствам областей пространства-времени, которые они занимают. Ну и стандартным примером таких сущностей являются протяженные неделимые объекты. В английском языке это термин extended simples. Это такие материальные объекты, которые не имеют частей, но при этом занимают области пространства-времени, которые в свою очередь имеют части. Но это все следует из принципа бесконечной композиции и некомпозиции. Да, пространство-время всегда бесконечно делимо. Контраргумент Шафера в отношении этого возражения дуалистов сводится к указанию на невозможность протяженных неделимых объектов. Невозможность таких объектов опять непосредственно следует из принципа неограниченной композиции и декомпозиции для материальных объектов, о котором говорилось выше. Да, если области пространства-времени бесконечно делимы, а материальные объекты тождественны областям пространства-времени, то материальные объекты обязательно бесконечно делимы. Однако даже если бы такие экзотические сущности все же реально имели место, гармония между обычными материальными объектами и вмещающими их областями пространства-времени все еще имеет место и требует объяснения, которого дуалист не дает. На этом, значит, мы заканчиваем со вторым аргументом. Аргументом от гармонии переходим к третьему аргументу. Третий аргумент – это аргумент от монополизации. Смысл этого аргумента заключается в следующем. Материальные объекты монополизируют области пространства-времени, которые их вмещают. То есть каждая область пространства-времени занята не более чем одним материальным объектом. У дуалиста опять нет никакого очевидного объяснения такой монополизации. Почему фундаментальное отношение вмещения не может иметь место между, скажем, столом и областью пространства-времени R, и также между стулом и той же самой областью пространства-времени R? Дуалист мог бы выкрутиться и попытаться дать номологическое объяснение монополизации. Возможно, монополизация – это всего лишь случайный результат того, как работают наши физические законы. Однако этот ход дуалисту все равно не поможет, поскольку монополизация не кажется случайной в том же смысле, что и, скажем, гравитация. Действительно, если мы уроним стул, и стул упадет на землю, мы можем объяснить это номологически. И вот это падение стула на землю не будет гарантироваться одним только фактом, что стул является материальным объектом. Но что касается занимания областей пространства-времени, то здесь случайность совсем другого рода. Указания на материальность достаточно для того, чтобы гарантировать, что стул и стол не могут одновременно занимать одну и ту же область пространства.
Сторонник позиции тождества, в свою очередь, имеет довольно простое объяснение монополизации. Материальные объекты и есть области пространства-времени. Никакие две отдельные области не могут занимать одну и ту же область. Если области R1 и R2 находятся в одной и той же области, то они совпадают, ну или являются одной и той же областью. Дуалист мог бы еще попробовать опровергнуть аргумент от монополизации, настаивая на том, что материальные объекты все же могут одновременно занимать одну и ту же область пространства. Ну и в качестве примеров дуалист мог бы привести какие-нибудь воображаемые случаи, например, призраков, которые проходят сквозь стену, или сложные физические случаи, такие как неразличимые бозоны, или какие-нибудь спорные метафизические случаи, такие как, пример, статуи и глыбы. Шафер, в свою очередь, показывает, что все эти примеры нерелевантны. Относительно воображаемых случаев прохождения призраков сквозь стены, Шафер утверждает, что это для материальных объектов невозможно. Более того, сама идея призрака, включающая способность проходить сквозь стены и, например, способность швырять камни, представляет собой противоречивое смешение нематериальных и материальных свойств. Что касается сложных физических случаев, таких как неразличимые бозоны, то их рассмотрение должно опираться на теорию поля, в соответствии с которой правильно было бы говорить не о двух бозонах, занимающих одну и ту же область, а о бозонном поле с удвоенной напряженностью. Что касается спорных метафизических случаев, то Шафер утверждает, что они легко решаются в терминах тождества. То есть, если мы говорим о парадоксе статуи и глыбы, то в данном случае статуя и есть глыба, поэтому, собственно, они занимают одну и ту же область пространства-времени. Ну и Шафер также отмечает, что в любом случае все еще имеет место бесспорный факт, что стол и стул не могут занимать одну и ту же область пространства-времени, и дуалист не может это объяснить. Хотя должен бы. Следующий, четвертый аргумент, который приводит Шафер в поддержку позиции тождества, это аргумент от материализации. Смысл этого аргумента заключается в следующем. Материальные объекты не могут существовать, не занимая какой-либо области пространства-времени. Иными словами, каждый материальный объект должен занимать по крайней мере одну область пространства-времени. И у дуалиста снова нет никакого очевидного объяснения тому, почему материальные объекты не могут существовать, не находясь при этом в какой-либо области пространства-времени. Что касается сторонника позиции тождества, то он опять имеет довольно простое объяснение материализации. Материальные объекты и есть области пространства-времени, и поэтому они не могут существовать, не будучи материализованными в этих областях. Возможно, дуалист мог бы считать материализацию аналитическим понятием. В этом представлении материализация – это то, что делает объекты материальными. Иначе говоря, объекты могут существовать, не будучи материализованными, и в этом случае они просто должны считаться нематериальными объектами. Однако Шафер полагает, что все-таки различие между материальным и нематериальным заключается не только в факте материализации. Материальные объекты обладают целым набором других свойств и характеристик, которых нет и не может быть у нематериальных объектов, ну, например, массой, зарядом и другими свойствами. И это необходимо учитывать. Следующий, пятый аргумент в пользу позиции тождества – это аргумент от исчерпания. Смысл этого аргумента заключается в следующем. Материальные объекты исчерпываются своими реализациями. Иными словами, материальный объект занимает максимум одну область пространства-времени, и для материальных объектов невозможна множественная локализованность. Ну, то есть один и тот же материальный объект не может существовать в разных местах. У дуалиста, опять, нет никакого убедительного объяснения тому, почему фундаментальное отношение вмещения не может сохраняться между одним материальным объектом и несколькими областями пространства-времени.
А сторонник позиции тождества, напротив, объясняет это очень легко. Материальные объекты и есть области пространства времени, и ни одна область пространства времени не может быть двумя областями пространства времени. И в силу транзитивности тождества, если материальный объект идентичен области пространства времени R1, а также идентичен области R2, то область R1 и область R2 являются одной и той же областью пространства времени. Значит, вот все пять приведенных выше аргументов в пользу позиции тождества являются тесно взаимосвязанными. Монополизация, материализация и исчерпание в сущности являются всего лишь аспектами гармонии между материальными объектами и областями пространства времени. Да, гармония заключается в том, что каждому объекту соответствует ровно одна область пространства времени, и каждой области пространства времени соответствует ровно один объект. И эта гармония в соответствии с принципом простоты наводит на мысль, что речь изначально шла и идет об одном и том же феномене. Следующий, шестой аргумент в пользу позиции тождества – это аргумент от общей относительности. Ну или от теории общей относительности. Нет, от общей теории относительности, так правильно. Значит, смысл этого аргумента заключается в следующем. Общие релятивистские модели представляют собой тройки М, Ж и Т, где М – это четырехмерное непрерывно дифференцируемое точечное многообразие, Ж – метрический тензор и Т – тензор энергии импульса. Причем Ж и Т определены в каждой точке М, и Ж и Т связаны уравнениями поля Эйнштейна. Вот в этих тройках М, Ж и Т вообще в принципе нет материальных обитателей. То есть в общей теории относительности, в ее моделях, распределение материи описывается не через перечень материальных объектов, которые населяют области пространства времени, а распределение материи задается тензором энергии импульса, который в физическом смысле представляет собой поле и поэтому естественным образом интерпретируется как свойство пространства времени самого по себе. Проще говоря, с точки зрения общей теории относительности, поля – это физические состояния пространства времени. И пространство-время – это независимая существующая структура, которая может обладать свойствами. Седьмой аргумент в пользу позиции тождества – это аргумент от квантовой теории поля. И этот аргумент, ну, по своему содержанию аналогичен предыдущему аргументу. Его смысл заключается в следующем. Квантовая теория поля, точно так же, как и общая теория относительности, это теория полей, а вовсе не материальных обитателей. Именно поля, а не материальные частицы, являются фундаментальными сущностями в квантовой теории поля. А поля, опять же, естественнее всего интерпретировать в терминах состояний пространства-времени. Что касается материальных частиц, то они, в свою очередь, описываются в этих теориях редукционистски, как сгустки энергии внутри полей, и, соответственно, низводятся до статуса свойств пространства-времени. Шафер здесь также указывает четыре причины, почему квантовая теория поля плохо соотносится с онтологией материальных частиц. Ну, здесь такие небольшие дебри. Значит, первая причина – это возможность суперпозиции оператора числа бозонов. Я, честно говоря, не уверена, что я здесь правильно перевожу. Значит, вторая причина – это применимость статистики Бозе-Эйнштейна. Третья причина – это теорема Рие-Шлидера, что она утверждает. И четвертая причина – это факт существования излучения УНРУ, или УНРУ, которая показывает, что число частиц не является инвариантным при переходе от одной системы отсчета к другой. Значит, все эти перечисленные аспекты квантовой теории поля, соответственно, показывают, что ее буквальное прочтение, из ее буквального прочтения скорее следует монизм, чем дуализм. Значит, вот эти два последних аргумента, аргумент от общей относительности и аргумент от квантовой теории поля, демонстрируют, что фундаментальная физика пользуется преимуществом простоты объяснения, которое дает монистическая позиция. Фундаментальной физике не нужно объяснять, почему, например, геометрические свойства материальных объектов идеально соответствуют геометрическим свойствам тех областей пространства-времени, которые они занимают, поскольку
Физические уравнения не постулируют ничего другого, кроме областей пространства-времени. И в соответствии с буквальным прочтением этих уравнений существует только пространственно-временное многообразие и фундаментальные свойства, которые прикрепляются непосредственно к этому пространственно-временному многообразию. Таким образом, позиция тождества обладает достоинствами простоты, высокой объяснительной силы, а также наличия эмпирического подтверждения, ну или эмпирической подтверждаемости. Значит, на это все с аргументами в пользу позиции тождества. И мы переходим к заключительной части статьи. В ней Шафер рассматривает три аргумента в пользу дуалистического субстантивализма и, соответственно, против монистической позиции тождества. Значит, первым аргументом в пользу дуализма является аргумент от здравого смысла. Смысл этого аргумента заключается в следующем. Дуалистический субстантивализм, по-видимому, лучше всего соответствует нашей обычной языковой практике. В обыденном языке мы обычно не отождествляем материальные объекты с областями пространства-времени. Действительно, различие между материальными объектами и областями пространства-времени встроено в естественный язык в форме различия между «что» и «где». Объект – это «что», а область пространства-времени, соответственно, это «где». Поэтому естественным образом кажется, что обыденный язык проводит категориальное различие между вместилищем и содержимым. В ответ на этот аргумент Шафер отмечает, что здравый смысл действительно находится на стороне дуализма. Однако при этом здравый смысл не следует воспринимать слишком серьезно в данном вопросе. Здравый смысл гораздо порождает и множить предрассудки, и едва ли он является надежным ориентиром в вопросе исследования фундаментальной структуры реальности. А следующий, второй аргумент в пользу дуализма – это аргумент от различия ДР-модальных свойств. Смысл этого аргумента заключается в следующем. ДР-модальные свойства материальных объектов и областей пространства-времени различаются. Например, мы обычно склонны допускать, что стул мог бы находиться, стоять в каком-то другом месте. Однако обычно мы не допускаем, что место стула могло бы находиться в каком-то другом месте. То есть такое предположение для нас кажется странным. Проще говоря, стулья можно перемещать, а места перемещать нельзя. Ну, соответственно, в этом смысле обычно считается, что месторасположение материальных объектов акцидентально, а месторасположение областей пространства-времени сущностно. Шафер отвечает на это возражение путем ссылки на теорию контрпартов. В этом смысле различия ДР-модальных свойств объясняются в терминах того, как различные концептуализации придают разным аспектам сходства различную значимость с точки зрения поисков контрпартов. То есть если мы рассматриваем нечто как содержимое, то для поиска контрпартов этого нечто нам важны будут материальные свойства. Будем обращать внимание на них. А если же мы рассматриваем нечто как вместилище, то для поисков контрпартов этого нечто для нас наибольшее значение будут иметь пространственно-временные свойства, и мы будем обращать внимание на них. Вот. Ну и в целом Шафер отмечает, что вот этот второй аргумент, аргумент от различия ДР-модальных свойств, он также тесно связан с первым аргументом от здравого смысла, то есть здесь преимущественно замешано наше обыденное мышление, то, как работает наше обыденное мышление. Но в теоретическом смысле разницы никакой на самом деле нет. Ну и, наконец, последний, третий аргумент в пользу дуализма – это аргумент от неполноты. Смысл этого аргумента заключается в следующем. Представляется, что существуют, или по крайней мере могут существовать, пустые области пространства-времени. Да, такое представление вполне себе естественно. Естественно думать, что не каждая область пространства-времени занята хотя бы одним материальным объектом. Почему так? У дуалиста для этого есть очень простое объяснение в данном случае. Согласно дуалисту, пустая область – это область пространства-времени, которая не содержит в себе материальных объектов.
очень простое объяснение. А вот сторонник позиции тождества, кажется, не может допускать неполноту. Для каждого сторонника позиции тождества любая область пространства-времени считается автоматически занятой самой собой. Ну и таким образом аргумент от неполноты направлен на то, чтобы уличить сторонника позиции тождества в приверженности к картезианскому образу пространства-времени как полноты. Шафер отвечает на это возражение следующим образом. Пустые области пространства-времени невозможны в одном смысле, но возможны в другом. Значит, пустые области невозможны, по крайней мере, в рамках физических теорий, в том смысле, что пустая область – это область, в которой отсутствуют параметры поля, а это невозможно, опять же, с точки зрения физических теорий. И пустые области возможны в другом смысле, а именно в том смысле, что пустая область – это область с нулевым значением, с нулевыми значениями параметров для определенного поля. А это вполне себе возможно с точки зрения физических теорий. Например, в общей теории относительности тензор энергии импульса T может быть нулевым в отдельных областях. Ну, соответственно, эти области будут тогда считаться пустыми областями. Также области пространства-времени могут иметь нулевую энергию массы. Да, то есть отдельные параметры поля в отдельных областях могут иметь нулевое значение, это вполне себе допустимо. Далее Шафер задается вопросом, должна ли область пространства-времени с нулевой энергией массы считаться областью, не содержащей материальных объектов, или такую область следует считать пустым материальным объектом? Значит, Шафер не видит особого смысла в этом вопросе и не видит никакого вреда в том, чтобы сказать, что область с нулевой энергией массы – это пустой материальный объект. Почему бы и нет? Значит, вот этот аргумент от неполноты защищается Шафером и превращается в аргумент полноты, и полнота замыкает квадрат, остальные три стороны которого – это монополизация, материализация и исчерпание. Значит, материализация и исчерпание вместе гарантируют, что любой материальный объект занимает одну и только одну область пространства-времени, монополизация и полнота – вместе гарантируют, что любая область пространства-времени вмещает один и только один материальный объект. И, соответственно, вместе эти четыре принципа дают взаимно однозначное соответствие между материальными объектами и областями пространства-времени, что и является идеальным основанием для редукции первых к последним. Ну и в завершение статьи Шафер резюмирует, что позиция тождества обладает преимуществами простоты, высокой объяснительной силы и эмпирической подтверждаемости, в то время как дуалистический субстантивализм пользуется лишь преимуществом консервативности. Ну и представляется, что чаша весов так или иначе склоняется в пользу позиции тождества. Таким образом, Шафер заключает, что существует одна и только одна субстанция, и эта субстанция – пространство-время. Вот на этом статья, мой доклад заканчивается. Отвечу на ваши вопросы, если они есть. Спасибо. У меня есть несколько вопросов. Ну, то есть, получается, некорректно говорить. Некорректно будет задан вопрос, если мы спросим, когда появляется материальный объект. Да, как только пространство-время есть, то есть и материальный объект автоматически, так ведь? Да, думаю, что получается так. Хорошо. Тогда не совсем понятно, каким образом объекты различаются друг от друга. Как мы отличаем один объект от другого? Ну, видимо, мы отличаем объекты по тем свойствам, которыми эти объекты обладают. А если речь идет о пустых областях пространства-времени, то мы различаем их друг от друга с помощью их взаимного расположения. Угу. То есть пустые области – это все-таки разные, если они, например, не соприкасаются друг с другом, да, хотя и никакими свойствами они не обладают, кроме расположения. Ну да, мне кажется, что Шафер бы согласился. Угу. Вот, у меня по поводу неограниченной декомпозиции еще несколько вопросов.
Ну, то есть, получается, пространство-время можно делить сколь угодно, да, но обычно физика, как, ну, физика, как правило, ставит какие-то ограничения для этого. Да? А какие, чем эти ограничения обусловлены в физике? Ну, по крайней мере, некоторые теории говорят о том, что, вероятно, есть что-то, на чем мы должны остановиться. Да, но те теории, которые у Шафера в статье рассматриваются, они, конечно, по-другому интерпретируют, скажем так, структуру физического мира, если можно так выразиться. Да, если мы, конечно, говорим, что все это поля, то тогда, вероятно, с этой сложностью мы не столкнемся. Но по поводу неограниченной декомпозиции у меня скорее другой вопрос. Вот неограниченная декомпозиция для пространства-времени, видимо, естественным образом предполагает неограниченную делимость материальных объектов, которые... Ну вот, то, что получается в итоге при делении материального объекта, само по себе является каким-то самостоятельным объектом, или же может оказаться, что они являются лишь по большей части, лишь, не знаю, частями, может быть. Ну, пример. Вот у нас есть статуя какая-то, да, ну, допустим, это статуя Давида. Мы можем, ну, с ней может что-то случиться, статуя может упасть, например, да, и у нее, допустим, там рука отколется. Вот, то есть как бы разделился этот материальный объект. И когда мы рассматриваем то, что получилось в ходе такого деления, мы говорим, что вот у нас есть вот эта вот статуя Давида без одной руки и вот рука. И вот эта вот рука – это как бы отдельный объект. Да, мы его даже называем отдельно. Для него есть специальный термин. Ну, если мы от этой руки какой-то кусок отщипнем, то вот этот вот кусок, наверное, не будет иметь какого-то отдельного имени. Означает ли это, что он является каким-то, ну, не знаю, скажем так, самостоятельным физическим, ой, нет, самостоятельным материальным объектом? Или же он должен выступать лишь как часть какого-то более большого потенциального объекта? Ну, то есть в какой момент объекты появляются? Все же вот. Ну, я даже не знаю, как Шафер бы ответил на этот вопрос. Опираюсь на собственную интуицию. Мне кажется, тут все зависит от того, как мы концептуализируем вот это все, что мы... Ну, вот эти все объекты. Как мы хотим их описать. Как части одного объекта, ну, или как куски материи, которые когда-то были частью одного объекта. Или мы хотим упирать на то, что теперь эти объекты различны. Ну, то есть все зависит от концептуализации, мне кажется. Вот. Что-то еще хотела сказать, и у меня вылетело из головы. Мне кажется релевантным упомянуть о том, как, например, в археологии все это происходит. Скажем, мы раскапываем какой-то памятник и обнаруживаем там большое количество осколков керамики. Мы маркируем эти осколки, помечаем на карте место, где мы нашли каждый из них. Каждый из них является самостоятельной находкой, пока мы документируем работу с археологическим памятником. После этого мы из этих осколков можем собрать какие-то более-менее целые сосуды, если, ну, они от одного сосуда в большом количестве есть. И тогда мы вот говорим, вот у нас один сосуд, вот у нас другой сосуд. Но это уже происходит, как бы, когда мы их начинаем нумеровать как сосуды, это уже, ну, скорее относится к музейному экспонату, а не к археологической находке. То есть, когда объекты меняют сферу принадлежности или, скажем так, сферу их рассмотрения, меняется язык, и вместе с ним меняется, ну, собственно, онтология.
Если позволите, мне кажется, здесь у Шефера вопрос о соотношении геометрии и мериологии. Он же выделяет геометрические и мериологические свойства. Ну и вторая позиция, может быть, более фундаментальная. Он производит разделение внешних и внутренних свойств. Вот. То, о чем мы говорим, относится, видимо, к геометрии и мериологии. Вот. Ну вот, может быть, Вика бы пояснит, как вот эти фундаментальные бинарные категории, геометрия, мериология и внутренние и внешние свойства соотносятся. Как они определяются, как они соотносятся. Мне это не очень понятно. Ну, на первый взгляд кажется, что мериологические и геометрические свойства являются внутренними свойствами. Вот. Ну, если бы и то, и другое было внутренним свойством, то, мне кажется, той бы проблемы, о которой мы сейчас говорим, не существовало. Ну и вообще-то требуется, наверное, определение внутреннего свойства и внешнего свойства. У Шефера это как-то дается подобное определение? В данной статье нет, но я думаю, он опирается на традицию в целом, а вот как традиции в целом внутренние и внешние свойства определяются. Надо бы освежить в памяти, честно говоря. Я так сходу точное определение не дам. Ну, по поводу внутренних и внешних свойств была большая дискуссия в начале 20 века, с одной стороны. Джордж Эдвард Мур и Бертран Рассел, которые начинали как раз аналитическую традицию, они считали, что необходимо как раз обратить внимание на внешние отношения. Разделение не по свойствам, а по отношениям шло. А с другой стороны, гегельянская традиция в Британии, которая акцентировала внимание на внутренние отношения. Ну, вот, хотя отношения не то же самое, что свойства, но между ними, конечно, есть тесная связь. Ну вот, я кратко освежила память. Значит, внутренние свойства – это свойства, которые присущи объекту самому по себе, а внешние свойства – это те свойства, которые проявляются при взаимодействии объекта с другими объектами. Вот так это разделение проводится. Ну, хорошо. Ну и еще один вопрос, который у меня возникает, это как мы соотносим метафизику и физику? Как Шефер трактует это соотношение? Почему он у меня возник? Когда мы берем физику, то не всегда используется понятие трехмерного пространства. И, соответственно, не всегда фигурирует вот это понятие четырехмерной пространственно-временной субстанции. Как я подозреваю, в квантовой физике это, наверное, неприменимо. Ну и в некоторых других. Есть и теория струн, есть какие-то физические теории с семимерными пространствами, с десятимерными пространствами. Вот. И это как-то выпадает из нашей метафизики, которая работает с субстанциями на основе четырехмерности. Вот. И непонятно, как эта метафизика соотносится с физикой вообще. Или здесь речь идет только о какой-то конкретной физике,
классического типа. Это непонятно. Вот он в статье опирается непосредственно, явным образом, только на две физические теории. Это общая теория относительности и квантовая теория поля. О других физических теориях он не упоминает. Ну и, видимо, он не берет их в расчет. Ну да. Ну, у меня сомнения даже в отношении квантовой теории поля. Ну, может быть, общая теория относительности и допускает четырехмерный континуум, но квантовая теория поля явно как-то не вмещается в эту метафизику, ну, с моей точки зрения. Я вот не сильна в физике, но у меня возникает в связи с этим предположение, что, наверное, можно рассматривать просто четырехмерную проекцию в тех случаях, когда мы имеем дело с физическими теориями, предполагающими большую мерность. Да и все тут. Ну, то есть идея заключается в том, что какая бы ни была физика, метафизика у нас должна оставаться четырехмерной. Ну, надо смотреть, как эти физические теории друг с другом соотносятся. Сильно ли они противоречат друг другу, или они переводятся одна в другую. Вполне ведь может быть так, что какие-то физические теории, которые допускают более чем четыре измерения, вполне себе переводятся на язык физики, который допускает только четыре измерения, а какие-то нет. Вот, мне кажется, тут много тонкостей возникает. Ну да, и тогда метафизика становится некоторым универсальным языком, на который мы должны все перевести. Опять же, могут возникнуть проблемы с тем, что может существовать более одного способа перевода такого, и тогда потребуется критерий отбора этого способа. Ну, я могу ошибаться, но, насколько я помню, некоторые варианты теории струн, например, точнее, там суперструн, постулируют большее количество измерений, там 11-12 измерений, например, для того, чтобы справляться с какими-то сложностями, которые возникают. Ну, то есть там, не знаю, для того, чтобы не постулировать какие-нибудь там частицы, имеющие, не знаю, там отрицательную массу или вот что-нибудь в этом роде. Ну, я сейчас не могу вспомнить точно причины. Но при этом утверждается, например, опять же, некоторыми вариантами теории суперструн, что вот эти дополнительные измерения являются ненаблюдаемыми. То есть мы их не можем как-то экспериментально проверить. Вот. То есть они нужны для того, чтобы построить красивую математическую модель. Ну, может быть так. А метафизика обязана быть наблюдаемой, ну, получается. Но как-то у меня возникают сомнения, как-то я не готов наблюдать субстанции, например. Хотя, может быть, отчасти я согласен, метафизика, она должна быть человекоцентричной, что ли. Но почему субстанции и прочие субстанции, акциденции и прочие какие-то средневековые категории неизбежны? Вот не совсем понятно. Ну, а термин фундаментальные сущности вам не нравится? Ну, то есть здесь у Шафера субстанции определяются как фундаментальные сущности, ну, то есть сущности, которые не редуцируются больше ни к чему, кроме самих себя. Ну, даже если это мне нравится, то я подозреваю, что, допустим, рука Куайна потянулась бы к пистолету. Мне-то, может, и это как-то более допустимо для меня. Но есть ведь люди вроде Куайна, Нельсона, Гудмана и другие, которые бы не перенесли подобные термины.
Так или иначе, нам же нужны какие-то фундаментальные онтологические категории. Ну, наверное, нужны. Но если нам нужны, то есть и другие позиции. Ну, мне кажется, очень странной, например, фигура номиналиста, который использует категории сущности, субстанции. Ну, может быть, такие номиналисты и есть, но я что-то не припоминаю. Вы имеете в виду позицию номинализма относительно чего? Ну, как бы все номиналисты стремятся и исключить универсалии, и исключить метафизические сущности, которые на универсалиях выстраиваются. И я как-то не припомню номиналиста, который бы оперировал категорией сущности. Ну, Куайн явно смеется, он говорит, что, например, лингвистические значения – это те же аристотелевские первые сущности, которые разведены с объектами и отданы замуж за слово. Для Куайна понятие сущности непереносимо. Эту непереносимость он перекидывает на понятие значения. Ну вот если следовать идее номинализма относительно универсалей, то ну, взятый в буквальном смысле, он ничего вроде как не имеет против того, чтобы постулировать какие-то фундаментальные объекты, как бы мы их не представляли, в виде каких-то непротяженных материальных точек, опять же, или там в виде областей среднего размера. И, как я понимаю, здесь у нас ни о чем большем не говорится. То есть не говорится ни о каких сущностных свойствах этих вот фундаментальных областей или точек. Ни о чем, ничего такого нам не требуется. Поэтому в этом случае, как бы мы их ни называли, сущностями или как-то иначе, это все достаточно безобидно, насколько я понимаю. Ну, не знаю. Если мы будем называть индивидуальные объекты сущностями, насколько это приемлемо? В каком смысле, опять же, не уверен, что так. Мне кажется, у Шафера там все в порядке. Он, наоборот, занимает такую редукционистскую позицию относительно субстанции. Он утверждает, что субстанция только одна, если она вообще есть, при этом понимая субстанцию как фундаментальные объекты. То есть он, по сути, утверждает, что существует только один вид фундаментальных объектов, и нам не нужны какие-то дополнительные виды фундаментальных объектов для описания мира. И тот единственный вид фундаментальных объектов, который у нас есть, это те же самые фундаментальные объекты, которые признаются современными физическими теориями. Вот, например, общая теория относительности и квантовая теория поля. Вот и все. Может быть и так, но вот, мне кажется, квантовая теория поля, она как-то с неизбежностью расчеловечивает нашу метафизику и разрушает эти традиционные категории. Может быть, я и ошибаюсь, не знаю. Ну да, она противоречит практике употребления естественного языка немножко. Ну вот, и может быть, стоит как раз строить на квантовой физике метафизику, которая немножко противоречит традиционным категориям. Ну, кажется, что Шафер так и пытается сделать. Да, ну, видимо, надо более пристально тогда разбираться с позицией Шафера. Я как-то не очень это разглядел.